Финальный рейтинговый этап чемпионата области по шахматам прошел в одном из шымкентских колледжей. В интеллектуальном состязании соревновались сильнейшие шахматисты юга, среди которых гроссмейстеры, мастера фиде, многократные чемпионы мира и Казахстана. В этом году впервые мы решили за всю историю нашей области чемпионат области провести два этапа. С полуфинала отобрали 5 сильнейших шахматистов и пригласили самых сильнейших шахматистов нашего региона. Там участвует Нахбаева Гулисхан, гроссмейстер международный, Акозов Берег, мастер, Тимиров Бахат, мастер есть. И остальные все тоже чемпионы областей последних лет. В числе участвующих в заключительном этапе областного первенства и гроссмейстер Гулисхан Нахбаева. Молодой спортсменке эти соревнования дают возможность как следует подготовиться к предстоящему крупному международному чемпионату «Москва Опен». В феврале в Москве Гулисхан будет состязаться уже в женском круговом турнире. Меня пригласили еще в прошлом году. То есть и участников 10 в моем круговом турнире, 10 девушек с разных стран. Все являются студентками и все являются международными гроссмейстерами и международными мастерами мужскими. Вот. Турнир будет очень сильным, я буду 6-м по рейтингу. Можно и выиграть турнир, можно и занять 10-е место. Тут, я думаю, нужна систематическая подготовка, нужно подготовиться каждая соперница, и белыми, и черными. Нужен подход, нужна форма. Победители соревнований получили путевки на чемпионат страны. Первенство Казахстана пройдет весной в Павлодаре.